Сис Реджикс продолжает у нас свой путь дальше. Выходит теперь у нас на более симпатичную команду именно по рангам. Так что тут могут быть и проблемы у Рамзеса, у Депресса, ФНГ, у Роджера, у Пашки. Здесь, смотри, ФНГ выходит, у него брейнсап есть. Есть манга, то есть можно брейнсап плюс Найтмэр и все. А тут тем временем врываются у нас Кентавра. Но Рубик Курьера забирает флаской. ФНГ, манга, Найтмэр. Пару тычек сделать. Пару тычек. Да там подтягивается уже Рамзес. Сюда рефлекшн работает. Брейнсап от ФНГ. Это 1-0. Сьюз Раджик забирает First Blood себе именно ФНГ. Стоит. Подфармливает аккуратно здесь. А вот тут Шиквейта. А Паша, а можно же увести? А можно же увести двух героев. Минус Эш. Эскейп нажимает у нас свой эскейп. И в итоге 2-0 становится. Паша уже... У него же есть сетка. Подожди. У него же есть сетка. Красиво можно сделать очень. И тут уже депресс... Ну тут смерть, конечно, да. Тут арба, сейчас будет пару тычек и забирают у нас снова бедного дизраптора. Ой, ФНГ. А тут-то есть купол. Если что, ну, накидывается Найтмерчик, ставится. Ну, тут купол давать, конечно, не хочется. У ФНГ именно. Очень не хочется. ФНГ начинает лупить. Там Санстрайк даже вылетает. Под мовом баши летят. И первое убийство команды Аркред. Хотя приходит депресс, смотри. Разменялся. Вот так вот легко и просто. Возвращается Воид. Ага. И купол есть. Ну что, баши, будет ли вылетать? Баш летит первое. Второе еще нет, все, баши не хватает. В итоге подтягивается у нас сюда кентавр, баш вылетает. Все-таки и маны уже нету. Подтягивается ФНГ, нажимает финсгрип. Как бы сбить его ему, не достать никак. Минус эскейп будет, да. Ну и теперь кентавра, нет, кентавра тут, наверное, уже не пробить. Нужна подмога, подмога подтягивается. Паша скивер не успевает нажать. Но сейчас кентавра можно увести под вышечку, под тир 2. Сюда Павел вовремя подошел своевременно. И делает убийство у нас еще одно ФНГ. ФНГ, дабл кью, смотри, 3 килла уже у ФНГ на этой карте. У нас сейчас может быть стычка. В смоках. Кентавр прыгает. Первый, но ФНГ реакция на месте. Полетел метеор. Ну и ФНГ, в общем, фокусит у нас. Брейнсап нажимает ФНГ. Можно постараться помансить. Прожимается, кстати, прожимается Дринквей. У нас подтягивается сюда Рамзес. Рамзес на форме работает. Начнет сейчас бить. Минус Эш. Эш забирает. Минус кентавр. Два булкилла у нас делает здесь Рамзес. И дальше на Рубика можно идти. Рубика ловить. Но нужно чем-то его остановить. Его остановят. Хотя скивер на своем посохе улетает у нас. С ФНГ здесь, на пару, пацаны. Опа, на скивере залетает Рубик, как же забавно, он летит здесь. Нужно признать, прыгает кентавра, санстрайк, тандерстрайк, плюс, больно Роджер, но смогут ли его добить, не знаю. Стампит нажимается, Роджер телепорт, но нет, дабл H его похоронил. Что с ФНГ? ФНГ успевает улететь на базу, и в итоге ФНГ выживает. 3-8. Паша у нас прожимает смоки. Здесь вся команда, почти вся команда Стрэджекс, Санстрайк по ФНГ не попадает. Что делать с этим Рубиком? Рубика бить боятся, смотри. Тут подходит вся команда, ФНГ в амулет стал. Опачки. Хитро, но про него знают, торнадо полетело. И ФНГ башек еще, но на башке войду, на самом деле прокают в этой игре. Да, баши вылетают у него. ТП, прилетает дизраптор, да, Пашу увидели. Начинается колдснэпик у нас, Паша нажимает скьювер. У него есть, конечно, РП, но давайте его смысл пока нет. Подтягивается туда кентавр. Есть ССик и минус Паша, 5-8. Что будет делать Войд против такого... жесткого террорблейда. Ну а здесь нападают на ФНГ. ФНГ пока в амулетике. Стоит, играется амулетом. Там прыгнул кентавр у нас на Роджера. Роджер, что делать? Не очень туфриал. Если что, можно пожить. Паша залетает, дает РП, убивает эскейп, убивает инвокера. Минус 2 делает сейчас из Реджекс. И дальше на кентавра. Кентавр Рамзес под формой. Кусь со Скоди уже больно бьет Рамзес. Больно ТБ очень наваливает здесь. Давай, да, выходит, финсгрип есть, ФНГ. Просто нажимает финсгрип и наваливает депресс. Ну, подожди, сбивается, есть сальница, есть дринка, урона. Осталось совсем чуть-чуть добить тычку, 70 хп у него всего лишь. И не убивают его, что ли? Да неужели? Нет, он не умирает. Пока, там напали уже на пака у нас. Эскейп здесь выжил. Вот это повезло. Паша РП, здравствуй, минус все-таки. Павел таких не отпускает. Пашка на опыте, чисто на опыте. Забирает вида у нас. Конечно, Паша сейчас будет тоже лупить у нас пытаться. Полетел метеор по Паше. Больно. Вокер что-то знает на этом герое, что умеет. Торнадо. И минус Паша почти сделали. Но не, тычка, блин, выживает Паша. Да ну, а там вся команда рассыпалась. И Вокер выкупается, санстрайк, давай. Дримкоил, слышу, напали, дизраптора. Дизраптора поймали. Дизраптор просто на изи у нас тут депресс вырезает. 17-5 уже. Да.
Да, попробую что зайти, трошка забрать, как-то помешать, забирать его, не знаю. Тут что у нас? Пока остается кинетика, нам ЗС, иллюзия падает, его убивает кентавр, кентавр умирает сам, выкупается в рубаша, нажимает РП, прямо в Вайда, минус Войд, до свидания, и Финн 3 прямо в инвокера, минус 3, Not Cis Rejects, и минус 4, и GG прописывается, Cis Rejects проходит у нас дальше, в следующий раунд.